С вами Стевский, мы в Дубае. Для тех бизнесменов в России, которые интересуются Дубаем и хотят выйти сюда со своим каким-нибудь бизнесом, хочу рассказать некоторые особенности ведения бизнеса, открытия бизнеса здесь. Хоть я и не занимаюсь непосредственно консультированием или какой-то помощью в открытии бизнеса, у меня есть партнеры, которые занимаются этим, и через них я так или иначе в этом участвую. То есть, когда обращаются, я знаю, какие основные этапы нужно пройти организации. Если ваша организация занимается предоставлением услуг или торговли, или какая-то основная обычная деятельность, то вам необходимо в первую очередь приехать в Дубай и получить лицензию Mainland. Любая бизнес-деятельность в Дубае лицензируется. Без лицензии вы работать не можете. Если вы частное лицо и просто оказываете какие-то услуги, то на вас какое-то время будут закрывать глаза, но как только вы станете где-то там светиться и станете известны, вам обязательно придут, и у вас будет штраф за нелицензионную деятельность. Поэтому, пожалуйста, с серьезным бизнесом, приезжая в Дубай, всегда, в первую очередь, обращайтесь за лицензией. Лицензию выдает департамент экономики и туризма. Это некоторая морока, поэтому чаще всего обращаются через посредника. Посредник помогает собрать все нужные документы, подать их в департамент, отслеживает их готовность и сообщает вам, и, соответственно, следует с вами по всем этим этапам. Стоимость под ключ таких услуг обычно от 10-20 тысяч дирхам. Нет, опять же, в зависимости от вида деятельности стоимость лицензии разная. Например, для real estate агентства это 40 тысяч дирхам. Это одна из самых дорогих лицензий в Дубае. Для другой деятельности она может стоить 6 тысяч дирхам, 10 тысяч дирхам, плюс-минус. То есть за 100 дирхам вам никто ничего не сделает. Агентство берет определенный процент от этого. То есть за свои услуги в помощи они берут там условно 4, 5, 7, 10 тысяч дирхам за работу. Имейте в виду, это необходимые затраты. Далее, получив лицензию, вы можете начинать искать офис, либо коммерческое помещение, в котором будет вестись деятельность. Если у вас магазин, если у вас услуги, салон красоты и так далее, то, естественно, вы будете хотеть найти помещение где-то ближе к людским потокам, близко от метро, либо в активном туристическом районе, либо где-то близко к основным достопримечательностям, либо в торговом центре. Что могу сказать? Что у меня есть помещения, подходящие под разные виды деятельности, и в торговых центрах, что довольно сложно, потому что операторы торговых центров, они довольно такие хваткие ребята, и в целом в торговых центрах очень большая заполняемость и очень низкая ротация, то есть помещений свободных там практически нет. Но есть некоторый сток, у меня обращайтесь. Также в Дубай-Марине все ищут помещения под ту или иную деятельность и не могут найти, потому что их тут тоже исчезающе мало. Но есть у меня пара вариантов, обращайтесь, если что, я могу вам их предложить. Они, правда, довольно специфичные и не всем подойдут. И опять же, запрос, который приходит от разных людей чуть ли не каждый день. Нужно помещение 100 квадратных метров под салон красоты в Дубай-Марине. Ребят, его нет. Его не было, нет и еще долгое время не будет, потому что все подобные помещения уже давно заняты. И если кто-то и находит это помещение, то оно либо с какими-то нюансами, причем серьезными, то есть в которые нельзя быстро заехать и вообще там очень долго все это будет открываться. Либо оно уже арендовано, и единственный ваш вариант – это встать в очередь. Очередь может длиться годами, то есть текущий арендатор имеет преимущественное право новой аренды, и его нельзя просто так выкинуть из этого помещения, даже если вы в три раза больше денег дадите. Такая здесь ситуация. Однако существуют районы, которые недалеко от Дубай-Марины, недалеко от даунтауна, они находятся в пешей доступности. Там тоже есть поток людей, и там есть свободные помещения.
Вот по ним обращайтесь, по ним можно что-то предложить. Вот. Если говорить об офисах, то, опять же, в Дубай-Марине офисов больших или, ну, каких-то там таких средних, понятных, практически нету. В Дубай-Марине всего два офисных здания. Это Марина Плаза в центре, рядом с Дубай-Марина-Моллом, и Аль-Хабтур Тауэр в дальнем конце, в восточной части Дубай-Марины. Но там сдаются помещения. Сейчас есть в наличии только... сколько? 6 тысяч квадратных футов. Ой, ну, большое. То есть очень большое. То есть либо целый этаж, либо половина этажа. Вот такие там есть помещения. Для небольших компаний это не подходит, потому что там и ценник достаточно заряженный, и получается не слабая такая ставка в год. Поэтому следует искать помещение для деятельности вне Дубай-Марины. И тут мы утыкаемся в два, вернее, в такую особенность, как фри-зона. В Дубае есть фри-зоны. Это зона беспошлинной торговли для компаний определенного вида деятельности. Ближайшая к Дубай-Марине фри-зона называется DMCC. Она у меня вот в ту сторону, через шоссе Шейха Заеда. Это фри-зона, заточена для компаний, занимающихся поставкой различных ценных, драгоценных материалов, металлов и прочего. То есть это золото, драгоценные камни, меха, хлопок, еще что-то. Там довольно длинный список. То есть все компании, которые занимаются трейдингом таких вот товаров, они располагаются там. Помимо этого, там есть масса офисов и коммерческих помещений для обычной деятельности. И можно снять офис там, но у вас должна быть лицензия DMCC, сервисная. Сервисная лицензия DMCC. То есть лицензия DMCC бывает основная для компаний, которые занимаются этой деятельностью, и сервисная для компаний, которые осуществляют сопутствующую деятельность. Кафе, рестораны, магазины, аптеки, просто офисы каких-то компаний, которые вот примерно того же направления. Помещения там есть, офисы там есть, но нужна лицензия. Перед тем, как искать помещение и вообще смотреть его, нужно хотя бы получить предварительное одобрение по лицензии DMCC. Без этого ни помещение, ни офис вы посмотреть не сможете. Такая особенность. Другая фризона, также недалеко от Дубай-Марины, называется Тиком. Тиком – это фризона, занимающаяся, ну, размещающая компании, работающие с интернетом. Различные медиа-компании, ведущие, ну, там, разработчики, дизайнеры. Вот такого плана организации. Они могут запросить лицензию Тиком, Тиком Authority, и на основании ее уже смотреть помещение для своей деятельности в Тикоме. Также есть и сервисная лицензия, как DMCC. То есть не только айтишники сидят в Тикоме, там есть и магазины, и аптеки, и все-все вот такого же плана. Поэтому планирую открывать бизнес в Дубае. В первую очередь определитесь с локацией, и если вы хотите Дубай-Марину, в которой ничего нет, то у вас есть возможность посмотреть DMCC, соседний район, GLT он называется, и район Тиком. Там что-то да есть. Поэтому думайте, начиная с этого момента, какую лицензию вам нужно взять. Вот. Дальше при открытии бизнеса вы лицензию получили, помещение нашли, вам нужно нанять сотрудников, вам нужно нанять там, юриста, бухгалтера и так далее. Для этого вам нужно пользоваться услугами либо своего HR, который из России будет привлекать сотрудников в Дубае, что довольно трудно, потому что российский HR не понимает многих особенностей работы в Дубае, либо нанять местного специалиста, который будет привлекать вам работников. Есть также сторонние специалисты, которые выполняют поиск сотрудников, ну, как фрилансеры условно, да? То есть вы можете отдать это на аутсорс. У меня на днях будет интервью с девушкой, которая занимается, она не совсем HR, она консультирует по поиску работы, но она как раз в этом рынке работает. Обратитесь, я контакты вам скину. Вот. Помимо этого, вам также будет требоваться бухгалтерская и юридическая помощь. Это на первых порах рекомендуется делать с помощью аутсорса. То есть есть компании, которые предоставляют бухгалтерские и юридические услуги. Обращайтесь лучше к ним. Вот. И
Кто еще? Все, сотрудники. Сотрудники – это главное. В Дубае принято сотрудников искать, хантить, обещать им, ну, не только обещать, но и заключать с ними контракты, на которых им будет удобно и выгодно работать. Потому что хороший сотрудник, он себя дешево в Дубае не продаст. Хорошему сотруднику нужно обеспечить минимальный оклад, нужно обеспечить хорошую страховку и в ряде случаев даже проживание. И это, кстати, момент, который позволяет сократить расходы, потому что вы можете, будучи компанией, снять какую-то большую виллу, условно, разбить ее на комнаты и заселить туда своих сотрудников на определенных условиях. Что вот ты живешь здесь от нас, в нашем помещении, но зарплата у тебя вот такая, вот извини. И это взаимовыгодные условия, потому что сотруднику, если он будет снимать самостоятельно, придется тратить гораздо больше на подобные, ну, на подобные вещи. А так вы его обеспечили жильем и на этом сэкономили в зарплате. Вот такая схема, как минимум, она работает. Есть и другие схемы по работе, по организации бизнеса, по оптимизации расходов. Есть, ну, совсем недавно появился в Дубае налог для компаний, ну, то есть налог на доход обычный, вот этот вот, он пока 9%, будет он меняться или нет, пока неизвестно, возможно, в будущем подрастет. Но от определенного уровня доходов. То есть, если ваши доходы не достигли этого уровня, то вы налог вообще не платите. Если вы находитесь во фризоне, вы налог вообще не платите. Поэтому вот возможности масса, нужно смотреть при начале бизнеса, какие из них вас больше устраивают. Такие вот детали по открытию бизнеса, по ведению бизнеса в Дубае. Я буду продолжать эту тематику и дальше, буду общаться с людьми, которые непосредственно в этой деятельности завязаны, и буду давать вам максимально подробную информацию об этом. Но не забывайте, что первое, чем я занимаюсь, это поиском недвижимости для покупки и для аренды. Обращайтесь ко мне по этим вопросам, здесь я вам точно смогу помочь.